Ну, наконец-то пришла весна. Снег растаял, а его было много. И вот такая красота меня ожидала под сугробами. Эти туи я выращиваю 4-й год, наверное, из веточек укоренных. Такой эксперимент провожу. И вот теперь я похороненную тую откапываю в снегу, в твердом снегу. Сугроб был высотой выше метра, наверное, 1,40 м. Полтора. И посмотрите, что происходит со стволом у туи. Она достаточно уже крепкая. Корневая у нее разрослась. И вот не знаю, выживет она после такой зимы или нет. Это просто шок. Это шок-контент. Что скажете? Так вот выковыриваю я вторую, получается, тую. Одна уже более-менее восстановилась. Как восстановилась? Просто немножечко выпрямилась, чуть-чуть. Конечно же, я их подвяжу на опоры. Но надеюсь, что ствол не поврежден, ткани целы. Будем расти дальше.